Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как порядок в вашем доме связан с вашими деньгами, почему в вашем доме всегда должен быть порядок, как правильно это делать и также на что обязательно вам стоит обращать внимание. Давайте начнем с того, что ваш дом должен быть, конечно же, уютным. В нем должно присутствовать спокойствие, и вам в нем обязательно должно быть комфортно и умиротворенно. Чувство радости должно наполнять вас от того, что вы живете в этом доме. И тут возникает вопрос, а как интерьер дома сказывается на денежной энергии? Есть очень много разнообразных ритуалов, с помощью которых возможно привлечь богатство в свой дом. Сегодня я вам расскажу о самых распространенных правилах денежного достатка, которые нужно соблюдать в вашем доме. И первое, друзья, это чистота и порядок. Для того, чтобы деньги водились у вас прямо сейчас, не откладывая, займитесь уборкой. Обязательно разберите все заложенные места, избавьтесь от различного хлама. Помните, деньги любят идеальный порядок. При этом не только в вашем кошельке, но и также в вашем доме. А дом является сильным энергетическим местом. Он способен оказывать на вас из этого большое влияние, потому что и вы, в свою очередь, оказываете влияние на него. Если вы не будете содержать его в чистоте, то таким образом, не оказывая ему уважения, то и он не будет оказывать вам помощь, не будет притягивать к вам денежную энергию и удачу. Вам придется отказаться от хранения вещей, которые вы давно не носите, и от складирования поломанных и вышедших из моды вещей в надежде того, что вы когда-то что-то почините или оденете. Не стоит перекладывать их с места на место. Так вы только себе будете вредить, а также разрушать энергетику дома. Ведь то, что уже не было в использовании или носке хотя бы год, уже не будет приносить пользу и притягивать положительные энергии. Аккуратные стопочки старых вещей в шкафу только отталкивают от вас денежную энергию. Отдайте эти вещи тем, кто в них будет нуждаться. Так вы человеку поможете и положительные энергии к себе притянете. А если их состояние не позволяет это сделать, то выбросьте или сожгите. Этим вы освободите место вокруг себя и в своем доме для поступления светлых энергий. В доме должен быть постоянно чистый и свежий воздух. Для того, чтобы богатство присутствовало в нем, почаще, пожалуйста, проветривайте помещение, открывайте при этом как можно больше окон, наполняйте воздух запахами корицы, мяты, апельсина, лаврового листа и другими денежными запахами, используя для этого как эфирные масла, так и окуривая дом. Запахи помогут вам привлечь денежную энергию в ваш дом. Отдельным вопросом во все времена являлась кухня. И здесь нужно уделить этому месту особое внимание, потому что это сакральное место, ему нужно уделять много внимания. Используя при этом все правила и дело не только в крошках на столе и грязной посуде, хотя и это играет важную роль, отталкивает денежную энергию от вас. Речь пойдет о таких вещах, которые годами лежат без применения, так как выбросить их не поднимается рука. Но толку от них нет никакого, а вред они способны, к сожалению, приносить большой. Давайте же разберемся, что относится к этим вещам. Это прежде всего лишняя посуда. Например, вы собрали коллекцию чашек разной формы, величины, не придерживая при этом никакого стиля. То есть на все случаи жизни. У вас также имеются стопки тарелок разной расцветки и величины, а пользуетесь вы только частью из них, поэтому распрощайтесь без сожаления с такой посудой. Заведите для особых случаев, пусть даже недорогой, но набор одинаковых тарелок, чашек. Старайтесь придерживаться единого стиля. Только так вы сможете притянуть в свою жизнь и в свой дом стабильность и богатство. Избавившись от лишней посуды, вы также сможете открыть в ваш дом доступ светлых энергий. Ее циркуляции ничего впредь не будет мешать, а эстетический вид вашей посуды будет радовать глаза, вызывая при этом только положительные эмоции. Если на ваших тарелках, чашках, стаканчиках появились сколы, трещины, не стоит жалеть их выбрасывать и везти их на дачу или же загородный дом.
так как они будут притягивать негатив, который будет мешать поступлению к вам нужных энергий. Лучше купить, пусть недорогие, но целые чашки, тарелки. Так вы сможете притягивать к себе хорошие энергии, используя их. Вы будете жалеть выбросить, будете образовывать вокруг себя застой денежной энергии, что постоянно будет приводить к денежным потерям. Помимо того, что в трещинах и сколах способна скапливаться негативная энергия, что не только отталкивает от вас денежную энергию, но и вносит раздор в семейные отношения, способствует различным ссорам, конфликтам, что за короткий промежуток времени разрушит семейную гармонию и даже семью, приведя к разводу. Да и подавать такую посуду некрасиво гостям. Также этим вы и их энергетику будете разрушать, чем притягивать в их жизнь, опять же, проблемы. Вы никогда, наверное, не задумывались над тем, зачем вас столько скалок, терток, шумовок, половников, досочек для нарезки и так далее. Ведь они выполняют одну и ту же функцию, а место занимает много, и, скорее всего, вы пользуетесь в повседневной жизни одними и теми же предметами, а те остальные лежат в кухонных ящиках без пользы, только преграждая поступление светлых энергий в вашу жизнь, чем приносит вам частые жизненные проблемы. Поэтому как можно скорее пересмотрите ваши кухонные предметы. Оставьте в одном, в едином экземпляре и избавьтесь от дублеров. Многие также имеют привычку приносить пакеты из магазина и накапливать их, так как их жаль выбросить. Вам не стоит заниматься складированием таких пакетов, так как они очень быстро будут захламлять ваше кухонное пространство и, соответственно, перекроют доступ для новых и положительных энергий на вашу кухню. Если вам жалко их просто выбросить, используйте их для мусора. Чтобы они не накапливались, ходите за покупками с легкой сумкой, желательно из ткани, чтобы ее всегда можно было сложить в сумку и носить с собой. Тогда у вас не будет возникать эта ненужная для вас проблема, а еще и деньги у вас обязательно получится сэкономить. Далее давайте уделим внимание холодильнику, потому что холодильник есть у каждого сегодня в доме, а бывает уже даже 2 и 3. Поэтому вы должны понимать, что холодильник все-таки это холодильник, а не приспособление для всевозможных магнитиков, коллекции каких-то сувениров и так далее. Потому что очень часто многие ездят отдыхать и привозят с собой, вот у них такая традиция привозить вот магнитики. Этого не должно быть. Во-первых, магнитики пылятся, из-за этого способны собирать множество негатива, который притягивает к ним пыль. Поэтому либо снимите их немедленно, пока они не разрушили вашу энергетику, оставив только парочку вот действительно ценных для вас, или же возьмите за правило раз в 3 дня это все обтирать, чтобы они не накапливали негатив. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также обратите внимание на наличие бытовой техники у вас. Хлебопечка, мороженница, йогуртница, фритюрница и другая техника. Перечень можно продолжать и продолжать. Но все ли вы пользуетесь? Как узнать, что она вам не нужна? Да очень просто. Если вы чем-то не пользуетесь год или два, либо же что-то из таких вещей вам принесли в дом, а вы этого не хотели, избавляйтесь от них и не задумывайтесь. Можете подарить кому-то, кому данная вещь действительно будет нужнее. Если новая, возьмите, да и продайте ее, а на вырученные деньги уже купите то, что вам нужно и чему вы будете рады действительно на самом деле, что вас будет вдохновлять на кухне и приносить радость и удовольствие. Также у многих из нас на полках стоят разные пустые лоточки. Пластиковые, так и стеклянные для хранения продуктов. Пользуйтесь вы несколькими, остальные у вас находятся без дела. То же самое касается и ваших пустых стеклянных банок. Вы не делаете заготовок, а они стоят и накапливают вам негатив, притягивая его в большем и большем количестве. Избавьтесь срочно от всего этого. Так вы не только освободите пространство, но и место для поступления положительных энергий и денежной энергии в том числе. Необходимо обратить внимание на то, какие полотенца у вас на кухне. Рваным, зашитым, в пятна, которые не отстирываются, выцветшим полотенцем не место на вашей кухне, иначе денежные проблемы будут преследовать вас постоянно.
Такие полотенца способны собирать достаточно сильный негатив и препятствовать появлению денежной энергии в вашем доме и у вас, и у всех членов семьи без исключения. Поэтому, чтобы этого избежать, немедленно замените их на новые, красивые и чистые, которые принесут вам положительные эмоции и будут радовать вас, которыми будете пользоваться только вы и с удовольствием. Конечно, возможно, сразу вам будет сложно поменять все полотенца, ну, как минимум, финансовая сторона. Тогда возьмите в ближайшие выходные, съездьте на рынок, в супермаркет, в магазины и купите, например, первые себе два красивых полотенечка на кухню. А два, которые у вас есть на кухне, самые страшненькие, дырявенькие, выбросите их. И вот таким образом у вас начнет уже происходить обмен. И это очень важный обмен, потому что таким образом вы будете приглашать и энергию изобилия, достатка и благополучия в свой дом. Пробуйте. То же самое касается и губок для мытья посуды, тряпочек, которыми вы вытираете стол. Их нужно менять часто, так как это не только собиратели негатива, но и бактерий, что может в первом и втором случае отрицательно сказаться даже на вашем здоровье. И это достаточно такая большая проблема у многих хозяек, потому что заходишь на кухню и смотришь в умывальник, при этом случайно, и ты видишь, что эта тряпочка, она уже никакая. Она уже, даже некоторые умудряются ее что-то перешить, нитками что-то там сделать. Не делайте этого, купите и не морочьте себе голову. Далее, разделочные доски из пластика, стекла не должны находиться на вашей кухне, дабы не принести вам вред. Нож на их поверхности, когда вы что-то режете, оставляет царапины. Таким образом, вы будете собирать негатив, который будет отталкивать от вас удачу. На вашей кухне всегда должны быть разделочные доски из дерева. Да, они быстрее, скорее всего, выходят из строя, но вы должны понимать, что когда вы готовите что-то именно с деревом, на дереве, это достаточно сильная энергетика, которую вы можете использовать для себя. Далее стол. Стол – это также важное и сакральное место в вашем доме, поэтому к нему обязательно нужно относиться, соблюдая все правила. Застелите его красивой скатертью. Если вы не любите скатерть, покройте его салфетками под тарелки, чтобы, ставя тарелки, не пачкать его и не навредить. Ему вы должны уделять не только особое внимание, но и относиться к нему с уважением, чтобы не притянуть к себе вред. На него ни в коем случае не нужно ставить пустую посуду, вещи, ключи от дома, всевозможную мелочь, так как все это приносит вам не только проблемы, но и даже беды. Также обращаем ваше внимание, что в вашем доме обязательно должна быть купюра «Талисман». Хранить ее нужно в красивой шкатулке, желательно из дерева, и нарисовав на верхней части знак бесконечности ручкой или маркером, можете использовать зеленого цвета. В таком случае все это и шкатулки, и купюра будут притягивать ваш дом благополучие и улучшать с каждым днем ваше финансовое состояние. Обращаю ваше внимание, что бытовая техника должна быть в исправности, чистая, без ляпков жира, загрязнений. В особенности это касается плиты и вашего холодильника. Если что-либо ломается, обязательно ремонтируйте. Нет возможности починить, выбрасывайте без сожаления и меняйте сразу же на новую. Не забывайте простое правило. Для того, чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, нужно избавиться от старого и по-другому никак. То же самое касается экранов. Они должны капать и протекать, иначе вы никогда не будете иметь деньги и здоровье, так как они будут утекать вместе с водой. Как правило, такая ситуация происходит у женщин, которые живут одни, или молодые девушки. Благо сейчас, вы знаете, есть услуга сантехника, электрика. Наймите, пригласите, пусть они вам починят, и вы проверьте, чтобы оно было все исправно, потому что это в первую очередь ваши деньги и те энергии, которые циркулируют в вашем доме и вашей жизни. Также немаловажным является и освещение вашего дома. Свет в нем должен быть близок к естественному. Его должно быть много, все лампочки должны быть исправны. Вечером мягкий свет от ламп, а днем в ваш дом должно поступать побольше дневного света. Поэтому не стоит закрывать окна плотными темными шторами. Соблюдая эти простые правила, в ваш дом будет попадать много света. Большое значение для дома имеют талисманы. Кошка, жаба, аквариум, денежные растения и многое-многое другое. Здесь, конечно же, все на ваше усмотрение. Вы должны выбрать
тот или иной талисман, но прочувствовав это именно на энергетическом уровне. Бывает очень часто так, что вы заходите в один и тот же магазин, и то ли у вас настроения нет, то ли у вас какие-то проблемы, и вы ничего не видите в этом магазине интересного, яркого. И зайдя в один день в магазин, вы увидели, например, красивую вазу, какую-то достаточно интересную статуэтку. Подумайте, почему она вас заинтересовала? Возможно, вам ее нужно приобрести, и она станет вашим талисманом-оберегом. Поэтому правильное отношение к вашему дому будет способствовать тому, что благополучие будет у вас, и вы будете счастливы и удачны. А деньги будут окружать вас на каждом вашем шагу, чем открывать перед вами новые и новые возможности. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Но прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.